Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбанчук. Ну що ж, скоро вже Новий рік, а це означає, що наш телеканал проводить святкові брифінги. І прямо зараз ми поговоримо про те, як же організувати домашнє застілля і бути хорошим гостем на новорічні свята. Про це нам розповість Аліна Алєксєєва, спеціалістка з етикетом. Пані Аліно, я вас вітаю, розповідайте. Здравствуйте. Я с удовольствием расскажу о том, как организовать домашнее застолье, особенно в преддверии Нового года и новогодних праздников. Это как никогда актуально. На самом деле, процесс, когда мы принимаем у себя дома гостей, он даже сакральный. До сих пор во многих странах не пускают каких-то посторонних людей в свою опочивальню, в свое пространство, в свое помещение. И когда мы кого-то приглашаем к себе домой, это означает, что мы ему очень доверяем и что мы ему рады. И в художественной литературе встречаются примеры, когда нередко за одним столом не ели со своими врагами. То есть, представляете, когда мы кого-то приглашаем к себе домой, это означает, что они наши друзья, и мы действительно очень рады видеть их у себя. Итак, как же организовать действительно праздничное, радостное и уместное застолье? Всего существует три правила. Три основных правила, которые нужно соблюсти для того, чтобы все остались довольны. Первое правило касается вашего пространства, именно вашего дома. Это подразумевает, что вам нужно организовать территорию, где людям будет комфортно. Вероятнее всего, как это было раньше, была отдельная комната, где встречали гостей. Там могли находиться разные напитки, горячительные напитки, которые возбуждали аппетит. Хозяин, на нем лежала ответственность встретить гостей. Он помогал дамам снять верхнюю одежду, принимал подарки и провожал. А далее уже в самом помещении, в основной комнате, гостей встречала хозяйка. Хозяйка при полном параде встречала гостей и знакомила их между собой. И вот когда вы правильно организовали это пространство, всем будет комфортно. Никто не будет торопиться в прихожей, никто не будет волноваться о том, где ему переобуваться, куда деть подарки, как положить цветы. Это первое, что вам нужно запомнить. Сначала встречает хозяин, а далее уже хозяйка. Следующий момент – это, конечно же, то, что делаем мы каждый год перед Новым годом. Мы украшаем свое помещение, свое пространство. И здесь будет очень красиво и по-настоящему празднично украсить новогодний стол. Безусловно, особенно в нашей стране, очень приветствуются хлебосольные угощения. Щедрый большой стол, много закусок, самых разнообразных. Но не стоит забывать о том, что если налить воду в пластиковый стакан, и налить эту же воду в хрустальный графин, это будут две совершенно разные воды, можно ли так сказать. Это будет два разных напитка, потому что, конечно же, по вкусу они останутся одинаковыми, но представьте, как меняется ваше восприятие, когда вы пьете из красивого, утонченного, винтажного, да, хрусталя. И точно так же, если вы положите одну и ту же еду на обычный стол, если этот же стол вы украсите, добавите туда, например, живые цветы или какие-то созданные вами и вашими детьми декорации. Здесь хорошо достать фамильный сервиз, какой-то красивый чайный сервиз, достать тканевые салфетки или кольца для салфеток, благо их сейчас очень много, и они самые разнообразные. Не существует двух одинаковых столов, и вашим гостям будет очень приятно увидеть, что вы по-настоящему готовились к их приходу. Это второй момент, который вам нужно учесть для того, чтобы всем было комфортно. И далее мы переходим к следующему правилу принятия гостей. Это, конечно же, развлечение. Первое – это ваше пространство, второе – это развлечение. Здесь стоит подумать заранее о том, как вы будете принимать гостей и что вы будете с ними делать. Первое – это, конечно же, беседа. За беседу испокон веков отвечает женщина. Она – сердце мероприятия, она задает тон, на нее ориентируется, и она помогает выходить из неловких ситуаций. И здесь нам, девушкам, важно учесть такой интересный момент. Мы привыкли, что наша основная задача на мероприятии – это чтобы все остались сытыми, чтобы никто не ушел голодным ни в коем случае. И вот в процессе всего мероприятия мы курсируем от кухни в гостиную и обратно. И бывает такое, что нас даже не видят наши гости, а они ведь приходят не только для того, чтобы поесть вкусно, правда? Они приходят для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы узнать какие-то новости интересные, чтобы приятно провести
провести время. И вот чтобы такая ситуация не происходила, хорошо бы заранее делегировать какую-то часть обязанностей на своих домашних, например, на своего мужа или своих детей, или, возможно, даже пригласить кого-то со стороны, для того, чтобы хозяйка была за столом, была со своими гостями, общалась, и чтобы запомнилось не то, как хозяйка бегала из одной комнаты в другую, а сам процесс приятного времяпрепровождения. И еще один любимый всеми момент – это непосредственное развлечение, то, что мы будем делать на этом празднике. И здесь в ход идут самые разные игры, самые разные развлечения. Это могут быть настольные игры, интеллектуальные, карточные. Издавна, особенно на территории Российской империи, и Украина была в тот момент частью Российской империи, играли в шарады. Это была излюбленная игра всех аристократов, и до сих пор она известна под разными названиями, в том числе крокодил, люди играют. Что здесь важно учесть даже с точки зрения этикета? Многим гостям не нравится та программа, которую придумали организаторы. Ну, например, вы не очень хотите в каких-то странных позах там, танцевать на маленьком клочке бумажки, и вообще вам это все не очень нравится, и в целом вы бы лучше пообщались. Но есть одно правило, как быть хорошим гостем. Если вас пригласили на какое-либо мероприятие, вы подчиняетесь тем правилам, которые существуют в этом доме. И да, вам действительно придется играть в те игры, которые запланировали хозяева. Вам следует поддержать их энтузиазм и даже не подать виду о том, что вам что-то некомфортно и не нравится. Ну, а выводы о том, хотите ли вы приходить в этот дом снова или не хотите, будете делать уже сами наедине позже. Но портить общий праздник не рекомендуется, нежелательно. Ну, а здесь уже мы поговорим все-таки как хозяева, да, они должны продумать такие игры, чтобы всем было комфортно и интересно. И еще одна составляющая – это музыка. Правильно подобранная музыка, хотя на нее и не будут обращать особого внимания, но она создаст определенный тон, определенное настроение вечеру, особенно если эта музыка будет подобрана со вкусом, особенно как много прекрасных новогодних композиций существует. Просто одно наполнение комнаты этими звуками будет создавать у всех желание общаться и желание приятно проводить время. И следующий момент, последний момент, третье правило. Первое – это пространство, второе – это развлечение, и третье, конечно же, это угощение. Без хорошего вкусного застолья, наверное, воспоминания не будут такими яркими и радостными. На самом деле у нас не так много правил, которые следует учитывать для того, чтобы организовать уместное застолье. И одно из самого актуального на данный момент – это то, что многие люди имеют определенные ограничения в плане питания. Кто-то не ест мясо, кто-то не пьет алкоголь, разные бывают вариации. Здесь обоюдная вежливость. Гости должны заранее предупредить хозяев о том, что они не едят, чтобы не поставить хозяйку в неловкое положение, потому что если вы пришли и алкоголь я не пью, и мясо я не ем, и на орехи у меня аллергия, представляете, как неловко будет себя чувствовать хозяйка, которая не приготовила для вас отдельные блюда. И в то же время со стороны хозяйки очень важно продумать это самое отдельное меню для тех гостей, у которых какие-либо ограничения. Это что-то похожее на, когда вместе собираются взрослые дети. Мы ведь для детей готовим отдельные напитки, например, также и для людей, которые что-либо не едят или не пьют. Конечно же, вам не нужно делать все застолье только вегетарианским. Достаточно просто одного блюда, одного-двух блюд, и вы точно знаете, что ваш гость не уйдет голодным. И касательно еще каких-то моментов, ваши блюда должны быть удобными для того, чтобы их было удобно съесть. Желательно не устраивать на таком новогоднем застолье какие-то сложные блюда, какие-то крабы, омары, что угодно, что будет некомфортно есть обычными приборами и что, возможно, вымажет весь наряд дам. Это будет очень неприятное происшествие, поэтому подумайте заранее о том, чтобы ваше блюдо было комфортно съесть всем присутствующим. У мене ще буде такі питання, чи декілька уточнення. На жаль, наш народ звик до того, що на Новий рік, на жаль, всі наїдаються до пуза, і навіть сили, бажання на те, щоб ще пограти в щось, наприклад,
не вистачає. Тож, звідси питання, як визначити певний так розмір порцій, аби люди не переїли, грубо кажучи? Это очень хороший вопрос. В этикете существует одно простое правило. Мы накладываем хозяйкам определенное количество еды, не очень большое, одна примерная порция на человека. И дальше уже по правилам, опять же, по правилам этикета, который просто рекомендует, она может предложить добавку своим гостям, но предполагается отказаться от этой добавки, хотя бы на первый раз. И тогда у вас наверняка останутся силы потанцевать и сделать еще какие-то более подвижные действия, потому что чаще всего у нас после основного приема пищи будет еще десерт, и на это тоже стоит рассчитывать. Вот таким образом вы точно не прогадаете. Ще питання, також традиційно запускають на новорічну ніч салюти. Якщо з точки зору етикету, як, наприклад, от, жінкам їм треба там залишатися в домі та дивитися з вікна, або ж навпаки йти та спостерігати на вулиці? Все очень индивидуально, зависит от формата вашего мероприятия. Здесь тон задает хозяйка. На самом деле вообще во всех сложных ситуациях тон задает хозяйка. Не знаете, как поступить, смотрите на хозяйку мероприятия, она подскажет. Никаких ограничений нет. Это раньше у нас было положено, что после общего застолья, да, мы оставались в одной комнате и обсуждали, сплетничали, обсуждали музыку, наряды, а мужчины шли в другую комнату к более крепким напиткам, сигарам и обсуждали политику. Но, как мы понимаем, салюты — это универсальное развлечение, и, к счастью, никаких ограничений для дам здесь нет. Ви заговорили за святкове вбрання, так? І звідси зараз улюблене питання для дівчат. Яке ж в цьому році ви радите обрати вбрання святкове? Чи це, наприклад, якщо компанія друзів, то їм краще домовитися, там, наприклад, знаєте, як на весілля обирають там один колір? А какие вбрання радите? Новый год – это прежде всего вечернее мероприятие. А вечерний дресс-код подразумевает определенный тон и определенный градус торжественности. Безусловно, хозяйка может определить дресс-код, и тогда всем гостям будет проще. Если это будет дресс-код более такого спокойного, расслабленного, casual формата, все будут понимать, что им достаточно прийти в удобной одежде, без дамам не обязательно будет надевать каблуки, мужчинам не обязательно будет надевать костюм, но это я бы не рекомендовала лишь по той причине, что Новый год – это все-таки торжество, это празднество. И если вам хочется его запомнить, лучше назначить вечерний дресс-код. Здесь подойдет маркировка After Five, то есть любое коктейльная одежда будет уместна. Для мужчин это может быть как костюм, причем не полный костюм, а достаточно брюки и сорочка или рубашка. Для женщин достаточно коктейльное платье, оно может быть как длинный миди, также и мини, но с закрытым верхом, либо это может быть полная длина платья. Все это будет уместно. Здесь уместны и пайетки, и блестки, и вечерние красивые большие прически, яркие украшения. Все это нам разрешает вечерний дресс-код. До речі, мене знайомі будуть відзначати Новий рік вдома з сім'єю. У них одна дитина, дівчинка 7 років, і вони вирішили придбати такі однакові піжами. І от вони будуть втрьох родиною відмічати Новий рік в піжамах. Чи нормально це з точки зору етикету? Конечно, конечно. Этикет ведь не запрещает, он только рекомендует. И смотрите, если мы придем на какое-то очень торжественное мероприятие в неторжественной одежде, это будет неуместно. И точно так же будет неуместно, если мы на семейное торжество, где люди определили дресс-код как пижамный, да, как такой очень домашний, будет неуместно, если мы придем слишком нарядные. Безусловно, когда вы отмечаете в кругу семьи, у вас свои правила и свои традиции. Мы не ходим с нашими правилами в чужой монастырь. Поэтому все прекрасно и замечательно. И щодо подарунків, якщо про них не домовилися так нам напередодні, а вже там, наприклад, яка сім'я вирішила придбати там невеличкі символічні подарунки,
а коли господині їх вручають, то вона трохи ніяковіє, адже вона не підготувалася. Як краще домовитися зарані заздалегідь цієї теми, або ж можна вільно купувати подарунки і нести, нічого страшного? Подарки – это своего рода благодарность за тот красиво организованный вечер. И на самом деле хозяйка, она занимается тем, чтобы организовать торжество, а гости со своей стороны занимаются тем, чтобы как-то отблагодарить ее за то удовольствие, которое они получили на этом празднестве. И здесь будет совершенно неуместно, если хозяйка будет переживать и смущаться. Ведь это говорит о том, что ее гости очень воспитанные и вежливые, когда они приносят ей подарки. А она... Здесь будет неуместно слово «расплачивается», но она благодарит их тем, что устраивает им такое приятное и красивое торжество. Які подарунки ви радили? Ну так, щоб вони були не там дорогими, але не менш цікавими. Действительно уместным подарком, особенно к новогоднему застолью, будут те блюда или те продукты, которые можно попробовать уже непосредственно за столом. Это может быть как и какой-то напиток, действительно качественный, хороший, что вы его рекомендуете к столу. Это могут быть сладости, это может быть шоколад, орехи или любые другие угощения. Желательно, конечно же, заранее узнать, что если какие-либо ограничения есть у хозяйки и хозяина стола. Но любые угощения очень уместны, и вот они как раз не поставят хозяйку в неловкое положение, потому что она сможет открыть их и поставить на стол, и тогда все желающие смогут попробовать. И, на жаль, мы бачимо таку тенденцію. Часто в компаніях є хтось, хто переборщив з алкоголем і почав себе поводити або бунтувати, або там, наприклад, вмикати гучну музику. Ну, бути на своїй хвилі, м'яко кажучи. Як господарям корректно урегулювати такий міні-конфлікт? Да, вы абсолютно правы сказали о том, что это задача хозяев правильно среагировать на эту ситуацию, чтобы желательно никто из присутствующих не заметил такого неприятного конфуза. Конечно, если человек уже не совсем воспринимает обычные слова или рекомендации быть потише, хозяевам придется обеспечить его, вызвать ему такси, допустим, обеспечить ему приятный отъезд домой для того, чтобы он не портил праздник окружающим, потому что ведь если один человек ведет себя некорректно, а все остальные страдают, но это уже не говорит ни о каких правилах этикета, и мы должны проявить уважение к тем людям, которые ведут себя достойно. Поэтому да, здесь стоит все-таки организовать его доставку домой. І останнє питання, трохи таке неумісне, але воно важливе насправді. Чи варто на Новий рік, якщо ти знаєш, що йдеш в компанію до когось в гості, там буде багато людей, там понад 10-15, і у господарів, як мінімум, не вистачить так кімнатних тапочок на всіх, чи варто брати свої? Это очень хороший вопрос, и на самом деле он совсем не неуместный. Смотрите, у нас тут тоже отличается в зависимости от менталитета. Например, в европейских странах абсолютно нормально, если домой приходят, если не разбываются дома. Все приходят в своих красивой обуви вечерней и также и заходят в дом. Но у нас такое не принято. У нас переобуваются всегда, и как-то положено, чтобы хозяева предоставляли тапочки. Хотя по правилам этикета как раз таки хозяева тапочки не предоставляют гостям. Это уже ответственность гостей подготовиться заранее и взять с собой сменную обувь. Вот так будет правильно. Здесь и с точки зрения гигиены считается, что предлагать свои тапочки не очень уместно и не очень правильно. Но также и с точки зрения логики, если дама пришла в нарядном красивом платье, ей будет очень грустно сделать ансамбль с этим платьем в сочетании с домашними тапочками. Я дякую вам за такі цінні поради. Тож, шановні глядачі, беремо сьогодні з собою тапочки, так, беремо маленькі подарунки, гарний настрій та йдемо зустрічати Новий рік. Я нагадую, що наша гостя сьогодні була Аліна Алексєєва, спеціалістка з етикету. Говорила про те, як бути хорошим господарем та влаштувати домашнє застілля, та бути таким приємним та класним гостем. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.